Бывшие топ-менеджеры одной из крупных финансовых организаций «Кредитбанка» подозреваются в мошенничестве. Задержанный экс-руководитель московского филиала и двое его подчиненных. Суд уже принял решение об их аресте. Еще одного подозреваемого, председателя правления, сейчас ищут. Как сообщили в МВД России, эти люди выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам. А сразу после перевода средства уходили на счета других компаний, за которыми также стояли злоумышленники. Всего таким образом вывели из активов около 900 миллионов рублей. – А кроме того, существенный ущерб на сумму около 230 миллионов нанесен агентству по страхованию вкладов, которому перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у Кредитбанка. Возбуждены уголовные дела, на рабочих местах и в домах фигурантов прошли обыски.